Вот эту фотографию я вам показывал, или похожую показывал, наткнулся недавно. По-моему, похожая, она была чуть дальше снята. Но смысл такой, здесь под землей та самая яма, та самая. Помните, в самом начале я яму копал под мусор? Вот здесь такая яма была. Сравните, потом прошлась коса, так, то есть ровненько, травы не было. Прошло, может быть, недели две. Сравнивайте траву над ямой и вокруг. Убедительнее, а кого мне убеждать? Того, кто мне сказал, что Железов глупость придумал, что надо не это самое. Сейчас вся страна, многие города, села задыхаются от горящих свалок. Вот. Сейчас у нас, знаете, видите как, мы представим себе четкое государство. Где-то там посадили на длинный срок Китая. Теперь у нас есть пример. Когда-то сравнивали с Америкой, с самим собой, да? Вот. Подъехал к речке, к озеру, вывалил, чтобы не платить. Это же мусор. Так. А откуда он взялся в этом грузовике, который отравили реку? А он бы мог быть здесь, он мог бы это. Это же то же самое удобрение. Многие боятся этих бутылок, стеклянных и полиэтиленовых. Ну хорошо, складывайте их отдельно. Найдите место, пусть год копится, потом сдадите, может. Вывезите уже разом. Вот. Ну, может же, из этого пакета я привожу с города. Так, ну, бросал я пакеты. Сейчас это буду по-другому делать. Меня же тоже критикуют. Даже свои же. Я вывернул пакет, и это пищевые отходы вывалил в эту яму. Накрыл я этим решеткой, чтобы туда не забрались эти. А мыши пусть жрут, они это. Мыши такие же переработчики, кстати, на это самое, на удобрение, как все остальное. Вот. И значит, все. А теперь представим себе, что 23 миллиона дачных участков. А представь себе, по стране курсирует. Никто этого никогда не считал. Десятки, сотни тысяч мусоровозов. И уже по деревням раньше хотя этого не было. Еду по Майне. Мешки, 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 видимо, не каждый день. Вот. Красный хутор. В одной и той же квитанции. Оплата этих самых электроэнергии и оплата мусора. Не заплатил, отключат. Ну, 100 рублей не деньги, да, 1200 за год. 2400 у нас получается. Сергей с этой стороны, это больше хозяйничает дороги, я с той стороны, на новом участке. 2400. Мне должны платить вот за это. А как природа это самое? Ну почему это? Каково убедить? Ну, пока не вылезет на экран президент, премьер-министр или это, или там министр науки, министр образования, академик, самый, президент Академии наук. Вот только тогда у нас послушают. Первый этап приучили, а второй этап, а попробуй не выкопай яму. А? Хватит нам облизывать, смотреть, как китайцы. Ну как, убедительно, нет? Вот это копилось год. Вот одно дерево растет, второе дерево растет, видите? Вот яма за зиму наполнилась, за осень и за зиму. То есть корни целые, я проверял, деревья живые. Это персик, это слива роскошная. Вот. Потом все это просядет, там 1,5 метра. Сверху будет засыпано слоем земли, ну, таким, сантиметров 10. Все. Кладовая для этих двух деревьев готова на всю жизнь. Проживут 30 лет. А чем не прожить? Смотрите вот этот забор, да? Почему здесь персики у меня вдоль растут? Вот так. Один, второй, третий, четвертый, пятый. Вот так. Потому что здесь микроклимат. С той стороны еще дом, но он не закрывает тень. Так. Вот. Когда дом топится, здесь получается еще теплее. Место для персиков. Лучше не придумать. Вот здесь отбиваются солнечные лучи. Вот. И яма готова. А потом говорит, а я железо ничего вообще не делаю. Деревья раз здоровые, раз я к ним не подхожу. Откуда на них возьмется тля? Они здоровые. До сих пор люди не понимают, что тля просто так на дерево не садится. Только на то, которое его не отравляет. Они отравляют больное дерево. Оно не способно выработать лейкоциты. Еще раз показываю эту фотографию. Видите, теперь уже с другой целью.
то показывал, что вот эту землю мы используем. Земля, как называется, стерильная. Это основа будущего садоводства по железу, потому что все, что я вам говорю, 10, 20, 30, 40 примеров, это впервые. А еще я говорю так, ну хорошо, кто-то мне однажды пришлет. Как-то был случай, когда Курдюма прислал мне по какому-то случаю эту самую статью, и оказалось, что как в чем-то я оказался вторым. Ну, сам догадался, но вторым. Где-то из глубины далекой. Далекой, где-то 100 лет назад кто-то что-то примерно такое написал. Но он-то написал, а она не получила развития. А я придумал по новой и получил развитие. Потому что у меня теперь есть что? Интернет и вы есть. Вот и получается. Если я сказал, что вот это вот. И ведь что интересно, попробуйте сказать, что я не прав. Попробуйте, я говорю в таких случаях, начинает спорить. Я говорю, не надо вам руку калечить. Вы просто представьте себе, что с пальца течет кровь. И суньте в эту яму, которую приготовили с говном, извините, с перегноем, да? Приготовили. А это же Беккер, они же пишут, сволочи, из года в год, что яму надо засыпать. 50 на 50. Перегной и землю. 50% перегноя. Верная смерть. Верная смерть. Трёкает, не знаю, что, где-то передрали из какого-то дурака, и все. Когда-то я переживал, что, помните, я рассказывал, что у меня эти почему-то ни одно дерево не погибло от этих самых, от муравьев, да? Вот. Но мне в данном случае, я их очень уважаю. У меня, я мог бы пожертвовать дерево. Вот смотрите, я же не трогаю его. Там поселились муравьи. Она заполнена муравьями. Так. Вот. Я не трогаю. Погибнет дерево, я пожертвую дерево. Но муравьями это другой мир. Это с другой планеты. Это все, это как сказать, самое, хотите правду, которую не знают многие из вас. Наука вроде изучает биологию. Они изучают такие вещи интересные. Ой, на грани фантастики. То есть во многих случаях, заметьте, не просто животный мир, растительный мир, а именно насекомое – умнейшее создание на планете. По многих отношениях умнее нас. Понимаете? Вспомните, я приводил пример, когда они делают временную крышу из черных камней, чтобы нагреть муравейник. Потом меняет на белые камни, чтобы муравейник спасти от жары. А в это время феи. Кто умнее, а? Вот. Поэтому я муравьев берегу. Я с удовольствием нашел этот снимок. Вот. Я сейчас сколочу снимки. Знаете, почему? Это вы меня заставили. Вот. Это переписка там была. Что дикари с косточки. Я вам таких дикарей покажу с косточки. Ахните. Я сейчас собираю эту коллекцию, но сегодня чувствую, не успеваю. У меня сотни фотографий, там, где выращены с косточки, а на самом деле это культурное растение. А то тут спор до того довели, что вот это, в гостевой книге спор до того пришел, что у людей руки опустились. Я-то разгадал эту загадку. Берется 10 тысяч, там, допустим, абрикосовых косточек. Получилось какое-то количество деревьев, но почему-то в 10 раз меньше. Заглубили и загубили. Потом калечат, их все меньше и меньше. И когда они говорят, ну пора уже итог подводить, один сорт получился. Помните, да? Вот. А у нас задача такая, минимальное вмешательство в природу. Вот. Работа превращается. Представляете, даже уничтожить муравейник, это же не просто так, но есть много способов. Такая ненависть к ним. А тут муравьев не трогай, почву не трогай. Это не трогай. Так зачем мы едем туда? Вот тут и надо жарить шашлыки. Хоть дурак от шашлыков кажется. Так, вот эту фотографию я случайно сам ее задал. Ну как, не обращал внимания. Вот, у меня лежат вот такие вот, когда-то я сейчас просто подписываю, а когда-то мне делал вот такие фотографии, вот, или это Антон Сафронов делал, так,
или Саяногорский тот самый отель, фотоателье. Вот. И тут вот эта фотография. Я думаю, однажды кто-то из этих возмутится питомников, а их счет пошел на сотни, да, товарищ Виноградов, товарищ Виноградов. Вот. Счет пошел на сотни с украденными и скажет: нет, это наша фотография, мы ее в своем саду делали. Видите, что это такое? Это избранные статьи, их тут штук 200. Это несколько книг, если попадут в опытному редактору в руки. Вот. Сейчас над одной книгой работает Троценко. Ну, еще Тыщенко выпустим. Да толком и не разбогатеем. Сами знаете, какие цены сейчас. Какова себестоимость. Какое время потеряет. А 1000 книг не сделает переворот. Знаете, когда я приехал уже не на конференцию, в которой меня это прогнали, вот, а приехал с лекциями 6 дней. 3 дня один семинар и 3 дня повтор, второй семинар. Вот. И потом появились такие отзывы. Железо Москву на уши поставил. Железо. Это первая была, первая реакция. Москву на уши поставил. Проходит время, тишина. А вокруг мертвые деревья. То есть, ну, то есть как калечили, так и калечим. А это просто доказательство того, что все-таки это мой сад. Вот. И те несколько десятков питомников, которые украли эту фотографию, вот, они никогда не смогут доказать, что это их.